Начинаем выпуск с республиканских новостей. В настоящее время Туркестан развивается во всех направлениях. Это касается и социально-экономической, и культурно-духовной сферы. Сейчас в городе идет активное строительство. Первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительных работ в древнем городе. Как известно, в прошлом году указом первого президента Нурсултана Назарбаева Туркестану был присвоен статус областного центра. Это стало началом новой истории города. Сейчас он превратился в большую строительную площадку. Сейчас в городе ведется строительство около 30 объектов, из которых многие близки к завершению. Первому президенту были представлены крупные проекты. Вся история тюркского мира здесь по этажам будет. Туркестан должен развиваться в гармонии, не нарушая своего исторического облика. Необходимо улучшить туристический потенциал древнего города, так как до этого для туристов не были созданы благоприятные условия на должном уровне. Принимаются меры, чтобы гости, которые приехали на 3 часа, оставались на 4 суток. В городе развиваются цифровые технологии в соответствии с проектом «Умного города». Также в древнем городе Центральной Азии много историко-археологических раскопок, которые учтены в генеральном плане. Сейчас идет реконструкция одного из первых городских поселений – городище Культебе. Проект запланирован на 3 года. Древний город, расположенный у мавзолея Хаджа Ахмеда Иссауи, должен стать археологическим парком под открытым небом. Тут был город уже в 6 веке. Не зря Туркестан был столицей. Не зря Иссауи поселился тут. Известно, что эта земля с древнейших времен стала центром притяжения для людей. Потенциал дальнейшего развития города очень высок. Городище Культубе оставалось без внимания до обретения независимости. Он лежал в руинах. После получения независимости были проведены раскопки. Наряду с реконструкцией древнего города особое внимание было уделено социальной сфере. Отмечается, что в городе создаются все условия для качественного проживания. Каждый день видим изменения. Город растет, развивается. Для людей строят парки. Мы очень рады. Мы уверены, что в течение 2-3 лет облик города кардинально изменится. На сегодняшний день на территории, где расположен мавзолей, строится амфитеатр, фонтаны, культурно-досуговые зоны и парки. Елбасы посетил концерт, который прошел под открытым небом. Түркістан қаласының облыстың орталығы жасап, қайтадан жандандырып, елімізге осы киелі орданы қайтару мүмкіншілігі қолымызға тиді. Сондықтан бұл енді бүкіл түрік дүниесінің орталығы екені бәрімізге белгілі. Мына жердегі оңтүстіктегі ағайындар, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан барлығы қуанып жатыр. Құдай берсе, олар да атсалысып бізге көмектеседі деп сенемін. 175 ғимарат салыну деп бірінші қабатта жоспарланған, соның 102-сі биыл іске қосылады. Көріп отырсыздар, қандай қарқынмен жұмыс істеп келе жатыр. Бұған мен барлық облыстарда басын осы жерге қостым. Іс адамдарын қолдан келетін барлығы өздерінің шаруасын келіп жасап жатыр. Затем первый президент посетил первую международную ярмарку ремесленников. В целом, в этом году в Туркестане прибыло более 1 000 000 туристов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, плоды масштабных работ стали приносить свои результаты. По поручению Елбасы, Туркестан должен стать городом не только областного значения, но и международного.